Это невероятно, но последние выходные лета будут жаркими. Удивляет здесь не только отсутствие осадков, но и традиционно неожиданный приход осени. В пятницу ставропольцев ждет солнечная погода и небольшой дождь вечером. Температура воздуха прогреется до 30 градусов. Выходные, несмотря на дождливую неделю, обещают обойтись без осадков. В субботу воздух прогреется до 31 градуса, а в воскресенье до 33. Синоптики не исключают возможность грозы и облачность, но главное будет тепло.